Ну, растоптали просто-напросто своих оппонентов на этой карте. На сигнатурной карте и Five Elements, я не думаю, что должны здесь стоять в закрытую, потому что закрытое — это зло. Это зло, которое подвело эту команду на карте Люксвиль во вчерашнем матче. Ну, эмбарго уже у нас дисквалифицировано за подмену, поэтому так или иначе ехала. Ну что, первый раунд. Первый раунд. Five Elements Letters, ставочки уже вовсю летят. Летим! И прилетаем. Поехали. Берданочка, кстати, снова от Константина Грачева у нас. Ну вот интересно, куда будет все-таки дробь ходить. Но я думаю, тройка — это, наверное, самый выгодный вариант для него. Хотя лапа такой дробер, что ему вообще по барабану, хоть на длину иди с этой дробью. У него какой-то автошот стоит на эту. На эту берданочку. Так, Рэнз, опен фраг уже по Стиви зарядил у нас. Так, дазл. Прокидосики. Летим. С хаешкой куда она падает? Она падает на девятку, но там никого нету. Так, а вот и лапа. Начекал сишечку, начекал вторую здесь. Пам, по 505-му. Ой-ой-ой, вот она берданка, о чем я и говорил. Вроде расстояние очень большое, но здесь просто всех смяли, кроме Корпса. Корпса один пока живет у нас на тройке. Но здесь шансов у него, конечно, взять раунда крайне мало. Посмотрим, как он будет действовать. Дроп на нижнюю, но его здесь контролит дазл вместе с лапой. Ну и лапа даблкил со своей берданочки уже делает. И 1-0. Хорошее начало для литерейд. Ну вот сейчас главное ребятам из коллектива Five Elements просто не погореть на той же ошибке. Что и вчера, просто ребята пытались там где-то в закрытую отыгрывать и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, на этом мы прогорели, на этом и налажали. Но вот сейчас давайте посмотрим, что же здесь будет. Откид ХАЕ, дымовые гранаты на позиции тройки. Также туда боевая полетела. Ну и сейчас пошли прокиды на девяточку. Ну, девятку пока что никто не контролит. Ребята спокойно сидят под своими позициями. Взрывается у нас тут потихоньку-то помаленьку С5 на позициях трех. Есть у нас минус... Нет, минусов пока что нет. Я думал, систем сейчас полетит, начнет косить, но нет, такого не было. Сишки просто так взлетают на воздух. Есть дроп на нижнюю, уже засветился там лапич. По систему также есть информация. Рензо опять же находит open frag на система, хотел сказать, но это у нас Тивосик. 505-й даблкил оформляет хорошо. Пошла перестрелка на тройке. Есть минус также от Корпса. Ой-ой-ой-ой-ой, Тимоха, какую пачку сейчас влепил по вейку. И Кову увольняет все-таки Рензо с позиции длины. 1-1. Есть ответочка от команды Five Elements. Сейчас посмотрим, что бы дали. Но это... А нет, я думал, прокиды будут от дазла или от лап. Вдвоем такие стали. Упоротые парни. Всем, кто стоят, смотрят. Я не понимаю, что они вообще хотят сделать, но я так понимаю, прокиды. Значит так, ты делаешь прокид на 3. Так точно, мой капитан. Ну ладно, поехали. Рензо у нас на длине вновь. Пытался агрессивность сыграть, но Стиви на этот раз его здесь, конечно, подловил довольно уверенно. Хаешечки на тройку сейчас залетают. У Тимохи 16 хп остается с прокида. Это определенного рода профит для команды Литерейд сейчас. Но еще есть вот такие вот сишечки для Литерейдов припасли. Так скажем, запасы. НЗ, неприкосновенный запас. Ну посмотрим, заход на тройку будет или нет. Здесь Тимоха с Карпсом будут встречать, но... Насишки, конечно же, будут встречать. Но Тимоха здесь вылетает в надежде, не знаю на что. Ну и Корпс здесь делает, конечно, один размен, но этого маловато пока. 3 в 3 отыгровка. И атака здесь может довольно-таки уверенно заманимать оппозицию. Снайпер закрыт под бетой. А вот 505-й. За 505-м смотрим. Здесь сразу дроп на нижнюю есть. И минус 2 он оформляет даже после смерти. Так, и лапа 1-1 со снайпером команды, и Стиви погибает, просто не ваншот, ну что за непруху у Илюхи. Сегодня это, конечно, беда. Литерейд второй раунд забирают в атаке, это определенно хорошие новости для них. Ну вот опять же, Люксвиль начинается очень проблемно для коллектива Five Elements. Казалось бы, ребята на этой карте лидировали и неоднократно переигрывали своих соперников, да, когда респекты считали эту карту для себя домашкой. Здесь коллектив Five Elements перестреливали своих соперников. Но вот сейчас начинаются проблемы у коллектива Five Elements. Ребята начинают провисать очень серьезно. Причем провисать, ну вот сейчас Рэнс дает опять же минус Пакову, позиции длины открыты. И потихоньку-то помаленьку подходит уже к коврам. А там Тимоха совершенно не подозревает.
открывает по своем сопернике, есть нашивка Корпс. Вот это разозлили Корпса. Да что там, кто по мне стреляет? Сейчас всех порву, уничтожу. Есть минус. 505-й моментально минусует здесь Лапича. Да, Зул Систем, какие минуса на 505-й? Опять же, размена Вейка, и остается один под Альфой. Один под Альфой, 45% здоровья. Также есть по нему информация, но это перетяжка на позиции Бетты. 6-2, статистика капитана команды Five Elements. Ну и посмотрим, затащит ли сейчас Андрей Калугин этот раунд для своей команды, или же все-таки это будет 3-1. Пекает позиции плейнта, есть уже также информация, где находится Дазл, но здесь просто уволили. Просто увольняют здесь Андрея, ну и, собственно, счет становится 3-1. Ну а вот здесь команде Five Elements я бы предложил задуматься. What's fucking going on? Что происходит, ребята? Почему вот так вот сейчас безобразно в обороне играют? Ну, конечно, нельзя ругать, наверное, команду Five Elements сейчас, потому что Рензо там действительно выходит на длину, вантапит по своим оппонентам, но на таких моментах лучше Рензо как-то игнорировать и идти, наверное, в аркаду под позицию трех, и как можно больше фрагов делать именно на этой точке, чтобы Рензо оставлять уже в меньшинстве, потому что Рензо сейчас прется действительно дико, и это, так скажем, секретное оружие. Бомба замедленного действия. Вот в Рензо вроде бывает не стреляет, потом как застреляют, что аж потом думаешь, а не взять бы ли этого игрока там в состав на следующий сезон. Но опять же, выход под Альфу, я так понимаю, это закрыто от команды Five Elements сейчас. Ну и опять закрыто. Пробуют. Но здесь, кстати, немножко зря Рензо, наверное, в одного пытается отыграть. Стиви у нас подловил уже Система. Ой-ой-ой, Тимоха забирает Дазла, но такое, Тимох уже даблкил оформляет, Корп здесь все подкрепляет также уверенным фрагом, ну и Wake 1 в 5. Есть один разменчик, но один размен это такое. Здесь уже Эдл нет, в аркаду не пошли Five Elements, просто грамотно закрываются, дисциплина в команде и все хорошо. 60 хп, 1 в 4, конечно, Wake может, и он уже неоднократно доказывал, что он, в принципе, способен тащить клатч раунда, 1 в 3, 1 в 4, даже, по-моему, 1 клатч, 1 в 5 мы его видели в этом сезоне, но против более слабого соперника, вроде как. Но здесь бум. Здесь просто бум, и не в силах ничего поделать был Wake у нас. Это 3-2. Ну что ж, потихоньку да помаленьку вроде как отыгрываются ребята из коллектива Five Elements, но опять же доминация соперника на сильной, точнее на слабой стороне, это совершенно не есть камильфон. Вот сейчас Тивос на агрессии вылетает просто на лонг, минусует здесь Система, и Рензо не успел засейвить своего тиммейта. Моментально залетает дэмэш уже по Стивосику, 64% здоровья, но он садится у нас сейчас под восьмерку, будет закрывать позиции верхней тумбы, Рензо по-прежнему работает через лонг, и там Кову будет, если что, дропаться за спину своему сопернику. Открыт хае под девятку у нас имеется. Также разбрасываются хаешки на позиции нижней тумбы и на верхнюю. Кову все-таки находит минус по Рензу. Довольно-таки агрессивному игроку длины. Ну и сейчас вот ребята вдвоем на семерке пытаются как-то отстрелить своего визави. Но там Тимоха сидит довольно-таки сейвово и отгоняет своих соперников обратно. А Тимохи все-таки залетает минус по Лапичу. Но здесь Дазл уступает перестрелку. 56% здоровья. Ну что ж, оформят ли на него груз 200 или же все-таки нет? Дазо продолжает отыгрывать в соло. 3-3 его статистика. Продолжает также прессить позиции нижней тумбы. Но здесь уже у 505-го и у Корца есть информация. Да и, собственно, у всей тимы сейчас падает инфа, где находится у нас Дазл. И нашивка пошла. Нашивка пошла по Дазлу. Кову находится сейчас на ковше. Топает. Прекрасно слышал его Дазл, но это развод. Это просто развод от Кову. Специально подошел, потопал и слился с этой позиции. Дазл перетягивается сейчас под ковш. И, скорее всего, будет заходить на верхнюю тумбу. С Уашками уже на тройке находится. Там Стивосик контролит, конечно. Ой-ой-ой, ну это как чувствовал у нас Дазл, то, что будет его контролить снайпер. Сишка также на воздухе, еще одна, но здесь Кову также потихоньку подбирается уже в упор. И пошла перестрелка от Дазла, есть минус по Тимохе, но Кову моментальный размен. Не прощает за своего тиммейта, и сейчас становится 3-3, паритет восстановлен. Ну вот сейчас Five Elements вроде проснулись, просто довольно-таки крепкая пощечина от литерейтов, но литерейтам здесь немножко стоит, наверное, поменять свой стиль игры, именно под позицию трех нужно активно сейчас пробовать прессинг,
А, ой, хорошая хаешка залетает, корпус ее видел, но почему-то даже не отпрыгнул от нее Ренза. Будет снова открывать длину. Но вот Рензуху начинает контрить, да, его просто игнорируют, о чем я и говорил. То есть, когда вы игнорируете такого игрока, который подпитывается вот этими фрагами, как, знаешь, вот как энергетический вампир, он перестает чувствовать уверенность в своей стрельбе, потому что как только он начинает штопать одного за вторым, у него все, у него как аимлок включается, и все, парню просто рвет крышу, он идет делать самые сумасшедшие фраги, вантапит и что только не делает. Но вот сейчас вновь закрытая от команды Five Elements, Стиви контролит у нас выход на 3. Ну и здесь Дазл с Мейком. Ну и System Open Frag оформляет вместе с Рензом под длиной. Ну и дроп на нижнюю. И проблема у команды Five Elements. Выходит двое на нижнюю. И Five Elements как же отвечает. Круто. Минус 2 от 505-го. Тимоха также делает минус. Стиви подкрепляет это все минусом с МК-23. Лапач последний. Как же грамотно сейчас распределили свои силы Five Elements на позициях Альф. Да, смотрели все и Мидл, смотрели и Альфу. Я думал, сейчас просто с двух сторон их задавят, но как же все-таки грамотно они распределили вот именно вектор обязанностей, да, каждого игрока, кто смотрит нижнюю, кто смотрит Мидл. Возможно, это получилось просто спонтанно и просто повезло, но опять же, это не умиляет заслуги команды Five Elements в этом раунде. Ну, Лапыч, 1 в 3, попытается, наверное, здесь затащить. А он, кстати, может. Он может, если по одному полезут Five Elements. Тимоха, например, 31 хп. Здесь как минимум два ваншота точно будет. Ну и Тимоха просто идет в наглую и расстреливает своего оппонента. Это четвертый раунд в исполнении команды Five Elements. И мы едем далее. Бомба деактивирована. Окей, 4-3. Пока что преимущество в один раунд падает в копилку коллектива Five Elements. Но надолго ли? Огромный вопрос. Если сейчас литерейты опять же сравнивают счет и выводят на 4-4, то далее останется уже последний раунд первой половины, и он будет решающим. По сути, что же здесь будет происходить, потому что на смену сторон ребятам нужно будет переходить по-любому с отрывом хотя бы вот в эти три раунда от своих соперников. Надо еще два добирать в любом случае. Но посмотрим, посмотрим, смогут ли ребята это сделать. От Китхае на позиции девятки у нас имеется. Коу опять же на агрессии пытается играть через позиции длины. От 505-го залетает уже минус на Дазла. Ну, собственно, разменщик у нас прошел. Паритет среди игроков восстановлен. И Систом начинает увольнять. Есть минус по 505-му. Тимоха моментальный размен. Систом забривает Тимоху в ответочку. Ну и заход под верхнюю тумбу у нас потихоньку имеется. 71% здоровья. А нет, это Альфа. Это Альфа, прошу прощения, дорогие друзья. В Альфу ребята уже заходят. Там Систом начинает обороняться. Рензу минусует корпуса. Кову дропается под нижнюю тумбу. Пошла перестрелка. Ну и здесь просто с двух сторон ребята зажимают. Ну и в соответствии начинаются проблемы. Ну и последний раунд первой половины нас ожидает прямо сейчас. Литерейты на самом деле очень большие молодцы, что забрали 4 раунда у команды Five Elements. Если заберут пятый, то это вообще прям шикардосином будет. Но это вновь закрытое. Стиви погибает. Не удалось ему на первый выстрел отыграть сейчас. Моментально его законтрили. Фиксом 200, плиз, пишет Стиви. Хэштег чат. Но здесь Кова с корпусом. Как же они аркадит, как же они аркадит. И вдвоем остаются Систем и Лапоч. Но Систем уже один фраг оформляет. Ой-ой-ой, Лапоч здесь еще может просто сваншотить. Сейчас Кову просто один точный выстрел, и Кову погибает. Но и Тимоха также находится красный в апленту. У нас тяжело. Ой, как тяжело сейчас будет и одним, и вторым. По Тимохе, кстати, вообще, походу, никакой информации нету. А Тимоха здесь Систем это, походу, и забирает. Да, так и есть. Ну и один в два. Константин Грачев потащит этот раунд. Но, кстати, если Тимоха вылезет сейчас из планта, он смело может погибнуть. Ну, а Коу пока что сидит сишками. У нас так недоверчиво смотрит на позицию паласов. Ну, такое. Такое. И, кстати, здесь Костик такой. Дробовик мне в стену. Ну, и смотрит от третьего лица. Никого там не видит. Ну, наверное, бомбу надо попробовать установить. Ну, нет информации у Лапы, что два игрока относительно красные, то есть Коу половинчатый, а вот Тимоха на, действительно, на одну дробинку. Ну, возможно, девятку сейчас встретит довольно уверенно. Так, ну и Тимоха. Тимоха от третьего лица, походу, чекать будет. Так. Ой-ой-ой, какой же ваншот от Лапы у нас сейчас. Ну, и здесь, кстати, с ваншотит, наверное, еще и Коу. Ой-ой-ой, Константинополис, что ты делаешь? Это пятый раунд, залетирает в атаке, и сейчас на смене сторон Five Elements придется поднапрячь свой попец, чтобы как-то поднасолить литерейтом и закончить все на двух картах. Или же все-таки увидим три карты. Конечно, это было бы вообще идеальным развитием событий, но кто знает, как оно будет.
Ну, для нас, может быть, и было бы идеальным развитием событий 3 карты, а вот для коллектива Five Elements совершенно не идеальное развитие. Ребятам нужно отбирать уже эту карту в любом случае в свою копилку, ну и, собственно, выходить уже без всякого валидола просто победителями отсюда. И уже, получается, если тот матч с эмбарго не в счете, и эти 3 очка ушли в копилку Five Elements, у них сейчас 9, если сейчас еще выиграют литерейтов, то будет уже 12. Будет уже 12, это довольно-таки уверенный матч, но посмотрим. Посмотрим, мне кажется, здесь литерейты просто так не отдадут. Просто так не отдадут, по-любому будут выводить сейчас на третью карту, а вот третья карта, там еще хуже начнутся проблемы, если это буря в пустыне, да, я правильно помню? Буря в пустыне, там Стивос никогда с читаком не играет. То есть Стивосу придется отключиться, это звено начнет явно проседать, поэтому здесь... Как-никак, но ребята из коллектива Five Elements в любом случае рискуют своими 3 очками. Ну ладно, давайте посмотрим, что же будет происходить. Все-таки OpenFrag у нас уже залетел, также 505-го на рейдили, 4% здоровья. 4, ну вот что с ними можно дальше делать? Ну просто идти и сливаться. От Кит-Хае под косой. Ну и здесь, конечно, 505-й отправляется в небытие. Даблкил уже со стороны коллектива Литерейт у нас наблюдается. Трое игроков коллектива Five Elements остаются. Пошел размес на позициях тройки. Рензу принимает за Стимоху. Корт моментальный размен. Ну и, собственно, сейчас Кову будет чекать нижнюю тумбу. Там у нас находится Дазл. Но сидит просто под чеком сейчас. Никакой агрессии нет. Пошел дым. Ну и, собственно... Ой, тут еще и сишки лежат. Ой-ой-ой. Ну, собственно, позиции нижние, они просто заминированы. Не пройдешь. Не пройти, не проехать. Ну что ж, ладно, ждем далее. Ковый корпус заливается на 3. Здесь уже лапа со своей сигнатурной берданочкой. Пошла перестрелка. Ну, здесь, конечно, могут начаться проблемы. Да, есть первый минус. Ну и второй следом. Ну, вот она, шестерка для коллектива Литерейт. 6-4 счет. Нужно сейчас Five Elements как-то более конструктивнее отыгрывать. Я посмотрел, как они сыграли длину. Там, да, конечно, Рензо прожал вообще шикарно. Ну и нужно контролить, наверное, Авапи эту позицию, потому что снайпер команды Литерейт, ой, команда Five Elements очень хорош на позициях длины. И вот ему именно под эту позицию-то и надо отыгрывать. Лапа здесь на тройке агрессирует. Кстати, там залетел небольшой дэмэдж по товарищу Корпсу. Ну и вот сейчас Дазл. OpenFrag оформляет. И на Дазла здесь есть дроп. Сразу 2 человека выпрыгивает. И это выход на нижний. Вейк делает размен. Моментальный размен от Корпса также следует. 3-3 ситуация. И это будет занята Альфа сейчас. Плюс Сиви... Сверху ко всему у нас смотрит поджим еще стройки. Корпс на нижней тумбе, ну и здесь, наверное, выбивание будет. И Корпс погибает, ну и Стиви, вся надежда на тебя. Нужно делать минус 2 моментально, ну лапа! Здесь его забирает, и это 7-4 от команды Литерейт. Это вновь не ваншот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что здесь происходит, что это за дикий замес такой от коллектива Литерейт. Ну, конечно, здесь я, если честно, на Люксе выставлял фаворитами ребят из коллектива Five Elements, потому что мы неоднократно уже видели их, и мне казалось, что они смогут задать жару сейчас, но нет. Как мы видим, нет, Литерейт спокойно увольняет своих соперников, от Система залетает уже OpenFrag на Корпса, и моментальный размен от Тимохи следует. Ну что ж, смотрим далее, что у нас будет ожидать, но пока что ребята пытаются как-то пройти позиции ковша, под тройкой уже пошла перестрелка, но надолго ли, ребят, здесь хватит, давайте посмотрим. Пока что просто дымы, боевые гранаты пошли в ход, ну и... Тройка закрыта, здесь же у нас Лапа, Рензу на обороне, Дазл в Альфе сидит, и Вейк просто бегает с девятки на балкон. Есть дроп на нижнюю, сейчас попытка захода у нас будет, Сишки взлетает на воздух, Рензу маскил оформляет, ну и, собственно, Дазл подчищает позиции нижней тумбы, минусует здесь 505-го, и Илья Хайдаров остается в Солочанского. 10% здоровья, закрывается сейчас под зеленкой, ну, в принципе, для него это стандарт. Он, когда всегда остается один, он просто сидит в зелени и дает таймер своим тиммейтам на обсуждение. Но, походу, здесь Рензо не даст таймера на обсуждение. Потихоньку, да помаленьку рашит уже эту позицию. Здесь же и Дазл. Но, собственно, есть еще немножко времени. Но пошла перестрелка уже, да, просто дожимает своего визави. Ну что ж, еще один раунд в копилке литерейтов. И они все ближе и ближе к победе на этой карте. Ну, на самом деле, 2 раунда их еще и забрать надо. Но все-таки, да, мы вот привыкли считать, что Люксвилл — это сигнатурная карта Five Elements, но вот по стечению
некоторых игр на протяжении сезона уже можно заявить, что она, наверное, вовсе и не сигнатурная, да, вот если считать против топовых коллективов. Даже эмбарго их вчера здесь обыграли, и литерейтом Five Elements здесь придется, наверное, что-то поменять в корень на этой карте. Здесь Рензо. Аркада длины, минус 2 оформляет, минус 3, Рензо просто браво. Это 9-й раунд, скорее всего, точно уже упадет. Систем идет аркадить верхнюю тумбу, минус от лапы, и последний у нас остается Корпсик. Ну и одним фрагом он отвечает, но дальше, я не знаю, пойдут жать его или нет. Да, идут жать со всех позиций. Уэйк здесь его аркадит и забирает. Это девяточка для команды Литерейт. И 5 мап-поинтов. Я думаю, все решится на третьей карте. Да, да, скорее всего так. Сейчас, мне кажется, коллективу Five Elements лучше отпустить уже Люксвиль и переходить на Бурьку. Но посмотрим, опять же, агрессивная работа уже на позиции двух тумб у нас имеется. Здесь Тивос принимает систему моментально. Ну и пошла активная работа на позиции тройки. Здесь ребята просто принимают решение фастовать. Откид ХАЕ у нас производится. Ну и врыв на верхнюю тумбу имеется. 505-й Стимох и врывается, есть минус по лапичу. Отлично, также забивается у нас с восьмерки Рензу, даблкил, Рензу, триплкил. Остановить этого парня Кова минусует. Вейка, Дазл, моментальный размен. Стивос подключается, есть минус по Рензу, но Дазл не прощает. Увольняет своего соперника. Ну и, собственно, это десяточка для коллектива Литерейт. Рензо, 10-4. Рензо, the car. Рензо, машина. Ну, вот на люксе Рензо, конечно, включается просто браво. А, кстати, если да, у нас, по-моему, песчанка. А вот для Five Elements эта карта с литерейтами, наверное, тоже не будет сигнатурной. Еще даже более чем Люксвиль, потому что все мы знаем, как любит Рензо и Дазл, да и Wake System. Да все любят литерейт эту карту, в то время как у Five Elements она вовсе топовой, наверное, таки и не является. Да, они умеют ее играть, они знают, как на ней надо играть, но литерейты здесь, конечно, крайне сильные и, ой, не знаю даже, что будет. Я поставил, в принципе, в своем предикшене сегодня, перед тем, как писал новость на сайте arenaforgame.com, я поставил 2-1 на литерейт. Ну, не знаю, кажусь я прав или нет, я, в принципе, на такой черкар-карты рассчитывал, думал, что будет люкс, думал, что будет ПБ, но вот насчет ВВГ я гадал, я думал, все-таки ДЦ-шку у нас как-то будет, скорее всего, отыгрываться, но ДЦ-шку черканули литерейт, это, в принципе, довольно верное решение было, и сейчас, пожалуй, это наиболее лучшее развитие для них, карта Бурь в пустыне. Но и посмотрим, как же будут играть. Как же будут играть на этой локации сейчас и одни, и вторые. Но мы ждем или гоу? Гоу, наверное, все-таки. Ребятки, жмите, жмите, жмите. Ребят, еще раз всем добрый вечер, хорошего вам настроения. Ну и, конечно же, вкусного чая. Если вы еще не налили себе вкусный чай, идите и налейте. Это приказ. Ладно, поехали, ребятки. Третья заключительная карта в противостоянии между Five Elements и Litterate. Мы едем далее. С вами сегодня Герман. Герман Громов. Меня вроде как зовут. Да. А моего тиммейта, моего сокастера зовут Максим Чеев Терентьев. Всем добрый вечер. Однако здравствуйте. Однако здравствуйте. И первый раунд. Ну что, поехали. Литерейты у нас начинают в обороне. А нет, вру, в атаке. Литерейты в атаке, Five Elements в обороне. Ну и посмотрим, как же лягут карты на эту локацию. Корпс у нас вместе со Стивом будет принимать первый, второй этаж. Кову здесь на миду. Так, Стиви ловит немного дэмэджа, 20 хп уже сняли по снайперу команды. Ну, снайпер команды здесь отыгрывается улашками, может, что-нибудь действительно интересно. Ну, хотя интересным это назвать вряд ли можно, потому что здесь все-таки ожидали, наверное, от Стиви какой-то более такой именно вот статичной игры, именно со снайперской винтовки. Но, как мы видим, Стиви выбирает ОА-93. Так, ну и от Стиви уже есть дэмэдж в спину по лапе. И тут дэмэдж, кстати, вполне себе весомый. Лапа остается у нас 38 хп. Так, ну по длину заливается. Здесь 505-й Тимоха готов принимать уже эту позицию. Так, есть фраг от Тимохи. Ну и Лапач, конечно, уже дальше думает. Идти, не идти. На 505-й подрывает своего оппонента Уэйка. И Лапа 1 в 4. Здесь вряд ли, конечно, Константин затащит. И 505-й и компания заберут, скорее всего, первый раунд. Но Лапа стоит, ждет пока что. Таксует. Кого подвести? Кого подвести? Ну, все-таки, наконец-таки принимается уже к более активным действиям на карте. Идет под тройку и, наверное, Вальф попробует сейчас выйти. Хотя, куда ни пойди, здесь и там тебе ждут. Но и нужно, конечно, что-то жесткое выдавать. Так, заметил Тимоху. Ну и Тимоха, кстати, по нему вообще ни разу не попал. Но и Стиви здесь просто выходит из-под альфа. И спрейфайер лупит по Константину. И это 1-0, Five Elements впереди.
Так, ну что ж, ребят, давайте потихонечку я вам еще отвечу. У вас куча вопросов появилась по поводу ставок. Я сказал то, что ряд ставок, которые вы делаете, учитывается только та, которую поставили первые. Так что первая ставка была учитана. И, собственно, Камал Камуев забрал уже первую ставочку свою. Я отписал ему код, а ВКонтакте никого у нас не было с таким счетом. Ну и возвращаемся уже в игру. Здесь у нас прошел целый фраг парад. Ребята довольно-таки неплохо отстрелили своих соперников. И заход под позиции Бета уже имеется. Кову остается в Солочанского. Будут его дожимать потихонечку. Сейчас на позициях Альфы 69% здоровья у него остается. И Систем все кругами носится за своим соперником. А уже дроп есть у нас все-таки на позиции Беты. И здесь Кову коварно убегает от своих соперников. Но Лапа все-таки принимает своего визави на железе. Есть минус. И ответка от литерейтов не заставила себя долго ждать. Ну и здесь, я думаю, на самом деле игра будет... Именно на первой половине будут качели постоянно. То одни, то вторые будут забирать эти раунды в свою копилку. Но на смене сторон, если все-таки раундов... Раунда 4, если заберут, или 5 команды FFLMS сейчас в обороне, то это будет действительно мало. Нужно шестерку как минимум брать, потому что на смене сторон литерейты действительно крайне сильны. И даже снайперская винтовка в лице Ильи Хайдарова здесь вряд ли поможет. Ну ладно, посмотрим, не будем хранить команды. Раньше времени выход по длину снова имеет место быть от команды литерейт. Хорошая хаешка, и Лапа погибает. Тимоха, браво. Ну и выход по длину дальше уже снова у нас в силе. Здесь Мейк, есть минус по Дазлу. Дазл сразу, неплохие минусы. На Тимох отвечает разменом, и здесь Пейкову. Как же с разворота влепили неплохо по Дазлу. Ну и Мейк остается 1-2. Ну Кову здесь уже на позициях железа спешит раздефьюзить эту бомбу. Но бомба не восстановлена, потому что Мейк уже испугался. Говорит, не-не-не-не-не-не-не, ты какой-то бешеный, ты бежишь по железу, ты хочешь зааркадить меня? Ты хочешь зааркадить меня, но... Такое, Вейк, наверное, вообще поменяет свое местоположение сейчас. Ну и, кстати, Тимох-то его даже и не видел. А Тимох-то и прогореть здесь может, если вот так вот сейчас внезапно вот выйдет с этой позиции Вейк. И здесь Тимох, она все-таки понимает уже, что, наверное, смотреть нужно не только в Альфа, но и со стороны Ленина может прийти. Да, кстати, Вейк, скорее всего, с этой позиции так и придет. Но Тимох сейчас сам уже в спину выходит товарищу Вейку. Ну и Вейк. Что же будет делать? Здесь Кову его ждет. И Кову уверенную пачку ставит. Но Кову, конечно, красавчик в этом раунде вместе с Тимохой. Отличное исполнение этого раунда. И 2-1. 2-1. FFLMS впереди. Но сейчас вроде как неплохо обстоят дела. Ребята пытаются обороняться. Но опять же, неплохо обстоят дела. Ну, относительно чего? Да, то, что ребята сейчас преимущественно один раунд, это да. А вот то, что отключены у них несколько игроков, и 505, и Корпс на данный момент, то это огромные проблемы. Но Тимоха и Стиви опять же увольняют своих соперников. Довольно неплохо. Рензо пытается пройти позициями. Да, Тимоха также отправляет его в таверну. Вейк на миду встречается сейчас со Стивосом. 58% здоровья у него остается. Но Вейк ловит по себе дем. И спокойно хилится, живет дальше на позиции меда. Ну, такое дело, такое. Давайте посмотрим, что тут под альфой. О, под бетой, прошу прощения. 505-й увольняет все-таки Лапича. И Тимоха также ставит пачку по Вейку на данный момент. Ну и счет уже становится 3-1 за коллективом Five Elements. И смотрим, что далее. Ну вот, нужно в таком же ключе Five Elements сейчас продолжать. Потому что в противном случае, если они сейчас отпустят вот эту вот нить игры, где они пока доминируют, то у них будут большие проблемы. Вновь агрессивный выход под длину от команды Литерей. Сейчас закид бета хаешками. 505 неплохо из-под первого этажа забирает Ранзуху. У нас минус один из главных героев команды Литерей сейчас. И Вейк вновь погибает от Стиви. 505 еще минус оформляет. Ну просто красавчик. 505. Все шикарно у него. Вроде да, только отсутствовал, а уже 4 фрага в его копилке. Он занимает третью позицию по фраг-лидерам в своей команде. Стиви прожал уже вплоть девятку. И здесь Систем его находит. Но вот этого зря на самом деле было. Хотя вот 505 еще один минус оформляет. Но... Систем, откуда? А, что делать? Что? Паника? Откуда стреляешь? Что, боже? Куда прыгать? Куда бежать? Скажите, зачем мне вешаться? 4-1. Five Elements забирают явную инициативу на этой карте. И нужно литерейтам здесь уже реабилитироваться. Ну вот сейчас, да, действительно, ребята начинают потихоньку отыгрывать, но опять же забирают инициативу в свою копилку, это тоже пока что поспешный вывод от нас, дорогие друзья, но вот 4-1, но еще 4 раунда. Может ли терреты такие, так, все, доели, погнали, давайте тащить. И сейчас начнут разбирать своих соперников на раз-два, так что посмотрим, в принципе, камбэк возможен всегда, это point blank, игра динамичная.
И давайте посмотрим, как же все-таки будет заход на позиции бета у нас осуществляться. Да, здесь Лапич просто оформляет даблкил. От 505-го залетает пачка по Рензу на данный момент. Вейк также подтягивается через позиции ланга под бету. Плент уже установлен. Также зачекали Кову. 3% здоровья у него остается. И здесь же Стивос подтягивается на позиции песков на данный момент. Но там Дазл и Лапа будут принимать. От Стивоса залетает минус по Лапичу, но Дазл моментальный размен. 505-й Кову попытается пройти через главный вход. Здесь Кову увольняет система, но Вейк отправляет его следом в таверну за своим тиммейтом. И 505-й продолжает заход. Потихоньку да помаленьку чекает позиции песков. Зачекал здесь Дазла. Пошла перестрелка. Против Лашек будет спорить очень сложно. Да, есть минус. Ну и, собственно, это второй раунд для литерейтов. Счет становится 4-2. Ну вот 505-й здесь на самом деле прям вот как вот, не знаю, ему как докторской колбасой перед носом махали, он прям... Где фраги? Сидел с нулем, уже семерка, и на втором месте находится, точнее делят первую тройку вместе со Стиви Тимохой. Ну красавчик, включился очень вовремя для своей команды, но вот сейчас второй раунд забирают литерейты, и нужно здесь надломить элементом своих оппонентов, потому что если заберут третий, возможно, мы увидим в ряд четвертый. Снайперская винтовка от Стиви! По Рензо здесь очень... Ой-ой-ой, ну Рензо просто с огнем играет, ну Рензо, ну как ты снайпер на пиксель, ты перестреливаешь, Рензо даблкил оформляет, а вот это зря делают команда Five Elements, дают почувствовать свою кровь этому товарищу, и Рензо триплкил оформляет, а последний кого остается, но вот это беда. Это беда, Рензо фраги давать нельзя, это снова про, вернемся к разговору про колбасу, да, это вот так перед носом махаешь докторской колбасой, это как приключение Шурика, да, они пытались зайти в общагу, колбасу кинули собаки, там таблеток закидали. Вот такие же таблетки нужны Рензо, его нужно успокоить, но... А наоборот, подпитывают его этой энергией сейчас команда Five Elements и... сами себе на голову придумывают проблемы, но... 4-3, уже тройка, неплохо отлетирает. Не имеет больше Five Elements права на ошибку, никак. Ну вот, собственно, о чем я и говорил, то, что камбэк мини такой возможен от коллектива Литерейт, ребята сейчас начнут уничтожать, и вот оно пошло, поехало, и сейчас потихоньку-то помаленьку коллективу Five Elements нужно срочно вырывать уже вот это вот преимущество в агрессии коллектива Литерейт, если парни будут продолжать в том же духе, то они могут и забрать еще и первую половину, а это ой как не есть камильфо для коллектива Five Elements, а Рензо опять же залетает open фраг по Стивосу, моментальный минус также есть от Дазла, но корпус от Кихае, минус Рензо. Заход на позиции бета у нас имеется. 505-й и Кову будут оборонять эту точку. Есть перестрелка на песках. Минусуется у нас здесь Вейк. Пошла перестрелка также в Альфе Кову. Даблкил. Дазл на подхвате. Минус Кову. 505-й моментально штрафует своего соперника за тиммейта. Лапа остается один под позициями бета. 505-й сразу же хедшот. И это 5-3. Ну что ж, первая половина в любом будет уже за коллективом Five Elements. Но с каким счетом? Давайте посмотрим. И вот о том, о чем я говорил, да, что 6-3 это вот минимальная ставка для команды Five Elements, на которую они могут рассчитывать именно вот дальнейшую борьбу против команды Литерейт, и, кстати, они на самом деле вполне себе могут забрать этот шестой раунд, но, опять же, он достанется очень большим обилием пота и крови. Стиви, опенфраг по Рензо, отлично. Есть хороший минус от снайпера команды Five Elements, но 505-й очень красный, один хп у него остался, чудом здесь выжил, но чудом не чудом это не важно, главное, что в пятером продолжают сейчас Five Elements. Я думаю, есть информация все-таки по 505-му, да, что он красный у команды Литерейт, но... Ой, полетели отличные прокиды, сейчас на пески Тимоха, 20 хп, но на него должны здесь выходить, корпус неплохой, фраг оформляет, но почему-то с длиной очень долго сейчас, очень долго тянут парни из Литерейт, Дазл есть фраг, ой, от Система тоже минус следует, ну и здесь Кову должен просто разрывать своих оппонентов, Систем еще успел сделать фраг, но Кову даблкил, отлично, компенсирует, ой, Дазл, бам, по голове от Стиви, Стиви просто грамотно выходит в спину, и это 6-3, ну что, сейчас, я полагаю, мы увидим полноценную борьбу, но на что готовы у нас Литерейт сейчас на смене сторон, увидим прямо сейчас. Так, ну что ж, следуем на смену. Но вот 6-3, как бы, преимущество, конечно, 3 раунда, это достойное преимущество. Но Литерейты сейчас будут отыгрывать в обороне. Там Рензо, который просто обожает уничтожать. Ему сейчас не надо никуда бежать. Ему просто сел, сиди, и фраги сами на тебя передвигаются. Так что могут возникнуть проблемы сейчас в атаке коллектива Five Elements. Если же ребята сейчас будут все включены, они будут разводить позиции соперника, то да, тогда вообще без проблем у коллектива Литерейт тогда начнутся проблемы. Но 4 раунда надо дожать или 7. Посмотрим, кто сколько сможет. Лапич, жми. Отлично, ехала.
Так, ну что, прогружаемся потихоньку да помаленьку. Отлично, все в прогрузе, от Стивоса залетает привет Алисенку, Алисенок, тебе привет от Ильи. Ну что ж, есть от Киткая на позиции площади, здесь литерейты довольно-таки уверенно начинают отыгрывать эту позицию. Но также агрессивные действия пошли на позициях длины. От Киткая подписки, Кову и Тимоха пытаются ворваться на эти позиции. От Кову залетает уже опенфраг на Дазла, моментально литерейты вынуждены перетягиваться с позиции площади под бету. Там Кову ведет перестрелку, дает минус неплохой по вейку, моментальный размен от Система, Корпс на подхвате, минусует здесь Жирензу, Тимоха. Есть хэдшот сейчас по Систему, отлично, Лапич остается в соло, 46% здоровья. Ну что ж, посмотрим, что сможет сделать. Но здесь, походу, уже есть информация у 505-го по своему сопернику. Но здесь Лапа пошел через мид. Пошел через мидл, через пески, 23% здоровья, конечно. Дробь для него это сигнатурный девайс, но против четверых, извините меня. Извините меня, она не совсем тащит, ну и, собственно, это семерочка для Five Elements. Так, ну что, вот 7 это уже опасно. 7 это уже опасно, и я думаю, понимают, это прекрасно литерейты сейчас. Как будут сейчас действовать? Рензо на мидл выходит, есть раз, пачка, будет два, нет, не будет. Дазл здесь размен успокоивает, и мог также есть минус по Рензо, неплохо. Второй этаж, так активно у нас прессингуется Стивосиком. Но есть минус ассистом, даблкил ассистом, уже есть снайпер, команда остается у нас в соло от Five Elements, это Стивосик, есть фраг, по Лапычу неплохо. Ой-ой, здесь по ассистам с разворотом окупать, но еще не попадает, но еще один минус нужен, есть минус. Ну и все-таки мог здесь триплки был оформить у нас Стивосик, но ничего не получается, это 7-4. Ну что ж, вроде как эта игровочка пошла от литерейтов. Первый раунд зашел в атаке довольно неплохо у коллектива Five Elements. Ну вот она ответка, и опять же ребята начинают действовать в том же духе. Очень агрессивная игра от Рензо, опять же заходит, уже имеется опенфраг на Корпса. От Кову есть размен на Дазла, отлично, ребята пытаются пройти через позиции длины, но там просто их закрывают с двух сторон. Пошла перестрелка, Лапич Рензо и Систем, минус Авейк на подхвате, минус Тимоха. Ну и собственно это уже пятерочка, вот такие дела. Ага, а я еще карту забыл выключить. Отлично! Отлично, прошу прощения еще раз, ребятки. Два раунда мы просидели, или даже три. Три раунда с картинкой парни сидели. Наверное, там на Твиче меня гнобят. Грома в отставку! Так, ну что, Кову здесь получает хаешку по ноги, но забирают Дазл на быстрой ноге, неплохо, отлично, опен фраг для команды Five Elements сейчас есть. И бету занимает Кову, даблкил уже оформляет бету, просто решето сейчас у команды литерейт, еще один минус, ну Лапа здесь остается один, и это раунд, нет, Лапа еще борется, 19 кп у него остается, и 22 у Тимохи. Если заберет еще и Тимоху сейчас, то вполне может побороться за взятый раунд, и возможно это будет эйс в исполнении Константина Грачева сейчас, и нет, бомба, все-таки Вальфа у нас устанавливается, и команде... Литерейт нужно призадуматься, как же отыгрывать все-таки агрессивно или нет, потому что их постоянно прессуют на длине, и там один игрок не справляется просто с этим натиском. И вот раунд за командой Five Elements, а это уже 8. 8-5 и 2 раунда до победы парням из Five Elements остается. Так, ну что ж, продолжают парни действовать в том же агрессивном ключе в атаке. Но вот опять же, у них одна тактика, они проходят через позиции длины. Но, собственно, площадь, зачем туда лезть? Зачем туда лезть, там агрессивный Рензо. Ну вот, кстати, Рензо отправляет сейчас в таверну Корт. Кову подключается, есть минус сейчас по вейку. 505 уничтожает здесь Система, Дазл оформляет груз 200 на 505 у Кову и Стиви. Ну, парни, ну что это за имба? Ну, красавцы, конечно, красавцы, ничего не скажешь, очень хорошие минуса. Это девяточка для Five Elements. И 4 матчпоинта у команды... Five Elements. И вновь длина просто на быстрой ноге. Но здесь Рензо моментально минус 2 собирает. Что делает Рензо? Но все-таки после хаешки Тимохи его разменивают. Это отличная новость для команды Five Elements. Но плохая то, что они втроем. Но Корпс моментально уравнивает шансы. Тимоха выход на длину, но моментально погибает от Система. И два рядовых. Корпс и Стиви по 4 хп. И у одного и у второго. Нет, вру, Корпса 3. Но здесь Лапа контролит выход с девятки у нас. Ну и Систем контролит уже также выход с деспауна. Бейк моментально забирает Корпса и Стиви. Один против троих игроков команды Литерейт. Ну и сейчас Стиви. Ой, Стиви здесь прыжка пытается влепить фазум. Ну, конечно, это похвальное действие, но здесь Лапа, конечно, не контрится. По такой близкой позиции это 9-6. И еще 3 матчпоинта нужно отыграть Литерейтом для того, чтобы вывести на допы. Ну, потно, очень потно. В любом случае, ребята из коллектива Five Elements, если допускают дополнительные раунды, то многого они не потеряют, но смотря как, если же сейчас литерейты дожимают до девятки, ну и, собственно, дальше пойдет у нас дополнительные, то там неизвестно, что будет на смене сторон, но, тем не менее, в любом случае, шанс еще у коллектива Five Elements будет на отыгровочку. Но вот пока что прессится позиция бета, есть неплохие минуса, Тимоха также хоронит здесь систему, от Вейка есть размен на Стивоса, Корс моментальный хэдшот залетает по Вейку,
Дазл подключается, минусует здесь же 505-го. Корт заливается уже на позиции Альфы. Дазл минусует Тимоху и остается 1-1. 1-1 против Корпса. Вот это заруба, вот это прикол. Вот это жесть сейчас будет. Ну что ж, Корпс уходит под позиции кишки. Угу. Дазл сейчас чекает поджим меда, есть ли он или нет. Ну нет, поджима нету. Корпс спокойно сидит просто за стенкой. Ну как за стенкой, за... Как, что это, доски, да, за досками, да, допустим, сейчас сидит у нас Корпс. Просто сидит и ждет дефа. Ай-яй-яй, на деф разводит. Сейчас дазл своего соперника. Вылетает и пошла пересека. Да ладно, вот это поворот, вот это минуса. Красавец Корпс. Ну и, собственно, счет становится у нас уже 10-6 для коллектива 5 Elements. Вторая карта у них. Макс, на тебя